сколько лет прошло, а я с тобой никак не расстанусь. Привет, милые. Скучали по мне? И кем же я буду сегодня? Хочешь принести пользу? Я знала, что на тебя можно положиться. Против АИМ нам любая помощь будет кстати. Так что спасибо. Отлично. Прекрасно. Ты даже не представляешь, как это нам помогло. Нам бы очень пригодилась твоя помощь. Вывожу на штабной стол. Проверка систем безопасности. Щиты работают, питание 100%. Все в порядке. Как тебе вид? Не так хорош, чтобы отвлечь меня от того, что ждет внизу. Но я готов. У меня нет выбора. Ладно, я подготовлю комнату допросов. Если захочешь поболтать, свяжись по рации. Спасибо, Над. Мне просто надо кое над чем подумать. Ладно, смотри, не слишком загоняйся. Привет, Над. Раз Рой сумел достать все ядра питания для Химеры, я подумал, что ему лучше остаться и помочь вам с экипировкой. А на его место в муравейнике мы переназначим какого-нибудь робота АИ. Третий, доложите обстановку. Как дела с зашифровкой? Нам нужен как можно скорее. Над, я собираюсь поговорить с Моникой. Она искусный манипулятор, ты ведь понимаешь? Я хорошо знаю Монику. Нет, не знаешь. Существует тысяча Моник, и она меняет их как маски. Да. Слушай, я просто хочу сказать,
Если ты на что-то надеешься, она этим воспользуется. Похоже, ты набираешься сил. В тюрьме мне солоно пришлось, но скоро я вернусь в строй. Агент Романов. Как они? Восстанавливаются. Они через многое прошли. Спасибо, что нашли их. Дайте знать, если что-то будет нужно. Все выходы под охраной? Да, мисс Романов. Хорошо. Шлюзы открывать только для меня и доктора Беннера. Вам ясно? Да, мэм. Запускаю блокировку открытия шлюзов. Ты работала с Моникой довольно долго. Она... Изменилась, да? Нет, знаешь, если честно, я сомневаюсь, что она тебя любила. Но если вдруг, если она проявит чувства, используй их, это твой козырь. Всегда ценил твою жестокую честность, Нат. Ты справишься, Брюс. Деваться просто некуда. Надо отыскать оставшихся нелюдей, прежде чем заявиться на практику АИМ. Она надежно заперта? Это комната, чтобы удерживать Халка. Никуда она не денется. Хорошо. И, кстати, не впускайте никого, кроме доктора Беннера. Принято. Ну что, мы готовы? Думаешь, у Брюса получится разговорить Монику? Думаю, да. Нам нужно найти лабораторию Тарлтона. И, кажется, он готов. Надеюсь, ты прав. Этот разговор может плохо кончиться. Поэтому мы и проведем его в манеже здоровяка. Запасаюсь. Думаешь, справится? Первая встреча самых слушаний. Если сорвать Тарлтона вечеринку, он всех убьет. Практика АИМ. Ну и название. Слушай, нужно найти лабораторию. Сотни нелюдей в опасности. Так танцовщица, да? Думаю, ты бы назвался Рокетмен. Нет, вообще мимо. Как там у Элтона Джона? Шоу начинается. Дай угадаю. Планируете выступить на презентации адаптоидов? Триумфальное возвращение Мстителей. Темницы и пытки. Так АИМ строит дивный новый мир. Но хватит. Эбола и Оспа убили бы нас, если бы не подопытные крысы. Нелюди не больны, Моника. Ты просто собираешь их силы для своих роботов.
роботов со сложным ИИ, которые применяют силы нелюдей более эффективно. Человеческих жертв минимум. Ну а где лаборатория? Ты можешь воссоздать Терриген, да? Но он всех погубит, ты это знаешь. Помнишь День Мстителей? Если это повторится, в опасности будут не только нелюди, в опасности будем все мы. День Мстителей — ваша вина. Вот черт. Нужен стол покрепче. Кое-что не меняется. Для тебя все на свете эксперимент, да? Верно. Тарлтон, нелюди. Я. Обыщи всю землю. Лабораторию не найдешь. Адаптоидом быть, Брюс. Спасение мира требует жертв. Я захожу. Нам нужны сведения. Джарвис. Сенсоры засекли приближение войск АИН. Тарлтон пришел за подругой. Нат, Квинджет. Читаешь мысли? Ты со мной. Хорошо. Эй, ты... Береги себя. Да, и вы тоже. Камала, давай. А им не должно помешать нам забрать нелюдей на глазах у прессы. Они хотят вернуть доктора Лучи. Джарвис, следи за нашей гостьей. Она та еще штучка. Джарвис, бей! Джарвис, ты сможешь открыть? Простите, сэр, а я закрыл мне доступ. Походу, придется по старинке. Ситуация обострилась. Знаешь что, если выживешь, может быть, возьму тебя на работу. Это было бы круто. Отлично. Возьми на себя роботов. Я займусь этим летающим металлоломом. С удовольствием. Нужна поддержка с воздуха. Давай сюда, живо! Уже лечу. Джарвис, готовь пушки. Тарлтон вот-вот двинется к тебе. Доберись до диспетчерской. Бей всех, кто попытается подобраться к энергоядрам. Сделаем. Они пробились в диспетчерскую. Я уже иду. Пожалуйста, поторопитесь. Я...
Это тоже за них? Давай сама, девочка, ты сможешь. Роботов Тарлтона, но нам скоро понадобится подкрепление. Уберите сколько сможете. Так, ну и где вся тусовка? На 3 часа. Есть, прикрой меня. Где ты оставил девочку? Девочку? В диспетчерской. Расправляется Саид. А у вас, ребята, как дела? Мило. Смотрю, ты уже набила руку в остроумных перепалках, Камала. Проклятье, где Халк? Он на задней палубе. Разбирается с отрядами АИМ. Прости, Джарвиса теперь не дома, Камала. Ребят, у меня тут проблема. Когда твои новые друзья узнают об этом, будет слишком поздно. Осталось одолеть меня. Надо было соглашаться на мое предложение. И кончить, как остальные нелюди? Нет уж. Почему ты просто не забрал Монику? Зачем это все? Скоро узнаешь. Мстители используют тебя, Камала. Ой, чувак, не заморачивайся даже. Не сработает. Ты такая наивная. Заткнись! Новые друзья подведут тебя. Такие уж они. А я верю в Брюс. И в остальных. Я тоже верил. Я? Когда-то. Скоро весь мир вспомнит, что из себя представляют мстители. О чем ты говоришь? Дарвис, ты в порядке? Полагаю, да, мисс Хан. Спасибо. Но я боюсь, что доктор Рапачини сбежала. Беда, Камала! Ты нужна мне на мостике, живо! Сейчас буду! Моника, она удрала. Репортаж с практики АИМ на Манхэттене и наблюдаем возвращение мстителей. Но они напали на город! Снимай! Снимай! Случайно ли то, что нападение совпало с днем старта новой многообещающей программы адаптоидов АИМ? О, черт! Спасибо.
в очень дурном настроении. Это что, Тор? Ума сойди, Тор! А ты откуда взялся? Я обслуживал простолюдинов, когда с неба пошел дождь из металла. Я неимоверно рада тебя видеть. Многовато драмы, если по мне. Да неважно, он с нами. Итак, ложный бог вернулся. Ты зачем? Ты сделал то, что должен был. Ты отвлекся от своей силы. Зачем напоминать о себе? Этому не бывать, похоже. Продолжает терять высоту. Дор, сможешь поддержать ее ветром? Корабль разорвет на части! Чао, Каркал! Тор, как дела с роботами? Мы теряем мощность, причем быстро! Признаю, крепкие штуки! Видите? Вот чего добивается Тарлтон. По его плану мы устроим теракт на практике АИП. Не в мою смену! Химера больше не упадет. Несколько дронов движутся к капитанскому мостику. Я сейчас занята. Я ими займусь. Отлично. Охранные подсистемы подключились. Все работает. Можешь включить блокировку? Этим и занимаюсь. Прижимаем! А куда ты делаешь? Пока тебя не было, крошка Джорджи кое-чему выучился. Знает, что у нас нелюди и улики против него. Какие улики? Как дела с роботами? Достойные враги. Или, может, ты просто потерял хватку? Донни, осади! Остался последний козырь, мстители. Здоровяком я могу сам разобраться. Это не нужно. В этом фишка. Народ, химера долго не продержится. В двигательном отсеке почти все разгромили. Тарлтон, не делай этого! Вы не оставили мне выбора. Прыгни!
очень оригинально. А дальше что? Прическу мою скопируешь? Ах, да! Ущерб уже нанесен, мстители. Никто не будет видеть в вас кирпича. Камала, Тони! На перезапуск двигателей не хватает мощности! Все, время вышло! Приготовиться к удару! Эй! Ты бог грома! Вот и давай! Встаньте за меня! Ну же, давай! Давай, давай! У нас получится! В конец обезумели! О, блудный сын вернулся. Вы чуть было не уничтожили Манхэттен! О, какой праведник! Где ты был, когда на земле начался ад? Смирялся со своими ошибками и не делал новых! Ладно, ладно, все. Давайте все успокоимся. Мы собирались сорвать практику АИМ и показать всему миру, что задумал Тарлтон. Его адаптоиды. Они... пытают нелюдей и высасывают из них силы. Их облучают почти смертельной дозой темного Терригена. И это только начало. Джорджи готовится к войне. Это еще что? Камала нашла сведения о том, что на самом деле случилось со Стивом. Привет. Каждый герой должен с чего-то начать. О, вы меня помните? Помню. Покажите мне запись. Джарвис? Ты закончил? Я взломал код. Здесь есть то, чего вы не видели. Джордж! Нам нужно отключить реактор. Нас тянет к тепловому сигналу. Я пытался, но кристалл никак не извлечь. Тогда уходи. И закрой дверь. Чего? Джордж, уходи! Нет. Этого не может быть. На капитанский мостик! Чего? На выход! Живо! Нет. Что ты делаешь? Нет. Что ты творишь? Все, хватит. Стой! Нет. Кэп разбил реактор. Должно быть, была причина. Какая? Сотни людей заражены, Над. Многие погибли. Эй, не кипятись. Тони, это вопрос ответственности. О да, Брюс как он есть. Бей своих, чтоб чужие боялись. Тони, сейчас не время... Да ладно тебе. Он с самой встречи в Золотых Акрах мечтал об этом. Скажешь нет? Это наша вина. Общая. Как ты не понимаешь? Я понимаю, что ты веришь в ту брехню, которую болтал на суде. Я считаю, что мы опасны. Ты думаешь, миру будет лучше без нас? Да. С меня хватит. А вы все такие же. Посмотрите. Ей нельзя помочь. Нельзя вылечить. Я провел эксперименты, я проверял ее ДНК снова и снова, раз за разом. Мы с вами создали идеальную болезнь. Минуточку. Это я у руля. Я принимаю решение. Нет. Я за людей, которые сделали меня тем, кто я есть. Прекрати. Не то. В чем дело, Брюс? Ты злишься? Вот в чем твоя проблема. Ты бежишь от себя самого, от своей сути. Может, поэтому Моника тебя превзошла? Я же с тобой соглашаюсь! Этот баннер просто друг! Эй, не надо! Именно этого и хочет Тарлтон! Лучше не лезь, девочка! Черт! Стареешь, приятель! Или теряешь форму? Я не боксерская груша!
Значит, все кончено? Я одна. Не совсем, мисс Хан. Джарвис, ты сможешь не дать этой штуке упасть? На какое-то время, да. Рада это слышать.